Так, ну вот первый день тренировок по такому плану, как мы договорились. Начал я с колец, с резинками для разминочки. Очень мне нравится это упражнение, супер. Я думаю, оно поддержит как раз-таки мой жим лежа. Напряжение нереальное там. Я сделал 3 таких подхода. И потом без резиночек. То же самое без резиночек. Тоже 3 подходика, там по 5-6 раз я сделал. В общем, болезненное упражнение, будьте аккуратны. Резинки можно купить разных, этих, как сказать, разной силы, что ли, разной толщины. Так, следующее упражнение. Франк не мешает, свет включает, выключает. Подтягивание в горизонтик. Хорошо идет на спину. В основном спина там и трицепсы. Под таким наклоном трицепсы. И начинать можно с согнутыми ногами. Ноги поднимаете, сгибаете и тело выносите. Для начинания очень хорошо. Никаких странностей здесь. Все очень легко. Следующее упражнение. Подтягивание на одну руку. Когда надоедают обычные подтягивания, когда вы их можете делать слишком много, то можно это делать вот это упражнение. Это одно из многих вариантов подтягивания. Мне очень нравится, по-моему. Потом на животик чуть-чуть я поделал. Мне показалось мало всего этого. Раньше я никогда не делал никаких упражнений на живот. Но потом, когда стал потяжелее поднимать, становое начало расти. А живот, видать, не меньше развивался. Медленнее, и что-то у меня ближе там начало вырисовываться внизу. Начал тренировать живот резко. С тех пор пока ничего не было с животом. Ну и для гимнастических упражнений, то, что я сейчас делаю здесь, это, конечно, очень важно. Ноги, нижний пресс. Ну и последнее упражнение я закончил с махами гири. 24 килограмма гиря, это русские махи. Техника выполнения: выносите задницу назад, ноги сгибаете минимально и выстреливаете бедрами гирю вперед. Значит, напрягайте живот, не забывайте. Основные мышцы, которые работают здесь, это задница, задняя часть ног, спина и живот. Высоко поднимать не нужно, хотите, поднимайте. Но вообще вот этот вот угол — это самое нормальное, потому что суть здесь не в плечах, суть здесь как раз таки в спине и в ногах, и в животе. То есть вот эти работают мышцы. Есть американские махи, тогда ведется гиря доверху, до конца. Американские махи пошли из кроссфита, потому что им надо было как-то фиксировать. Здесь сложно зафиксировать, когда мах сделан, когда нет. Поэтому они доводили его до конца, чтобы засчитать повторение. Ну вот так вот. Первый день прошел. Все было без каких-либо проблем.